Вальс, мазурка, полонез и руки вверх. В Доме дворянского собрания прошел городской бал медалистов. 370 выпускников из 53 образовательных учреждений Тулы смогли проникнуться настроением балов Золотого века Екатерины Великой и дворянского бала 19 века. Ребят поздравили представители администрации города, управления образования и общественных организаций. С подробностями София Кириллова. Городской бал медалистов уже второй год подряд проходит в дворянском собрании. Атмосфера старинного особняка особенно хороша для подобных торжеств. Все желающие могли сделать фото на память с артистами в исторических костюмах в красиво оформленных фотозонах. Для ребят этот праздник – заслуженная награда после многих лет отличной учебы. Когда первый раз пришла в этот зал, я поняла, что будет нечто действительно как бал в 19 веке. Атмосфера великолепная, вообще просто сказка наяву. Очень понравилось, потому что вот эта комбинация прошлого с современным, это очень сейчас актуально, и это какую-то атмосферу свою создает. Прекрасное ощущение. Мы счастливы. Вот эта вся атмосфера, которая сейчас тут находится, это очень буря эмоций, это невероятно. Мне очень нравится. Это того стоило, да. Каждый выпускник выбирает свою дорогу. Кто-то поступает в московские университеты, кто-то за границу, кто-то продолжит учебу в родном городе. Как отметил глава города Юрий Скипури, в Туле активно создают все условия, чтобы выпускники оставались здесь учиться, жить и работать. Я бы хотел пожелать, чтобы вот тот темп, который они взяли в своей учебе, в своей жизни, чтобы они не ослабевали этого темпа, а наоборот наращивали его, чтобы они хорошо понимали, что от них самих зависит их дальнейшая судьба, а от их решения, от их действий зависит судьба нашего города, области и России в целом. Бал открылся торжественным полонезом в исполнении всех выпускников. А дальше началось настоящее путешествие в прошлое. Ребята узнали о традициях обучения в России со времен Петра I до наших дней. И, конечно же, танцевали под музыку, соответствующую каждой эпохе. Разумеется, только историческими танцами бал не ограничился, ведь медалисты – ребята современные и увлекаются не только учебой. Поэтому шуточным подарком для всех гостей праздника стал танец попурри под известнейшие песни недавних лет. Также для выпускников выступили известные тульские певцы и танцоры. Городской бал медалистов завершился импровизированной дискотекой и совместным фото. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Тульская служба новостей.